Первый сектор, все чисто? Да. Это не важно. Важно, что я пришел за вами, профессор. Вы целы. За мной? Не удивляйтесь так. Мой шеф наслышан о ваших трудах. И мне нужно вытащить отсюда вас как можно быстрее, пока бандиты не вернулись из этой западни сраной. Пойдемте. Это какое-то недоразумение. Я вас не знаю. Зато мы вас прекрасно знаем, профессор. Вы же древний археолог и лазите по этим всяким развалинам. Вы же нашли древний китайский арбалет Чокону. Уникальность арбалета в том, что он многозарядный и стреляет до последнего заложенного в него болта. Расчетное время сборки в 1 час позволит собрать самое необычное орудие в вашей жизни из 37 деталей. А пушка? Это же вообще что-то невообразимое! Сувенирная миниатюрная «Летая пушка» собирается без клея и содержит в себе не только деревянные детали. Это чудо сборных моделей очень эстетично смотрится на полке и не занимает много места. Идеальный подарок. Да, это все мои находки. Но почему вы ничего не говорите о Тенсегрите? Тенсегрите? Что? Это тоже ваша заслуга? Да. Антигравитация. Звучит как магия, но на самом деле это наука. И вы можете прикоснуться к чудесам антигравитации, просто собрав конструктор из 33 деталей. Результат поражает воображение. Удивительно. Я и не предполагал, что ваши заслуги столь широки. Где вы храните все эти замечательные находки? У себя дома? Нет, что вы. Все это можно найти в магазине Ананаза. Ананаза? Это же онлайн-магазин, да? Да. Все мои находки вы можете найти именно там, по ссылке в описании. Я не мог спрятать от людей такие чудесные вещи. И все же, почему вы меня спасли? Что это? Человек вашего уровня наверняка слышал про паровую машину от Рокер. Не может быть. Может. Мой шеф дал мне эту карту. И только такой человек, как вы, только такой великий искатель может разобраться в этих каракулях и найти эту легендарную тачку. Я знаю это место, я знаю, куда ехать. Скорее! Уверен? Да! Пойдем!